Вот как я говорил, это кухня, столовая. Еды много, туристов много, людей много. Позже сделаем обзор блюд, которые они подают здесь. И вот, значит, просыпаюсь, это часов 7 утра. Решил не спешить на завтрак. Думаешь, ну хватит же, всем, ну джемы тут их много, всем хватит для исключения. А в данном случае показывают там сыры, колбасы, завтрак. И, значит, все традиционно. Каша молочная, какие-то колбаски поджаренные, перец сушеный и яйца. Но чего-то здесь не хватает. Помидорки, огурцы. А тут бабах, и как бы практически все выбрали. Я думаю, принесу чуть позже. Но пока этого нет. Завтрак в отеле. Резиденс Ривьера Коттел. Мы вышли 8:30 утра, завтрак с 7:30 до 9:00. Там у нас чай. Тут у нас такие завтраки. А и здесь у нас помидоры, огурцы. Так, дамы и господа, хочется вам немного рассказать о концепции алкогольных напитков в отеле Ривьера, Резиденс Ривьера. Здесь немножко концепция меняется. Если в основных, в большинстве отелей классическая схема — это крепкие алкоголи местного производства, Фанта, Спрайт, Кола, все это бесплатно. Все остальное должно быть за доплату. Иностранное производство алкоголь, крепкий в том числе за деньги. А здесь схема немножко другая. Тут можно вас познакомить. То есть я же молчу там про эти коктейли, которые в тех отелях, которые работают с крепким алкоголем. Здесь наоборот. Предлагают легкий алкоголь. Ну, не буду говорить там бодяжить, не бодяжить. Я думаю, выводы вы сами сделаете, понимаете прекрасно. То есть здесь бодяжит алкоголь. А, видно, да? То есть здесь предлагают белое вино, там красное вино, розовое, пиво, Бейлис, Малибу, Мартини, Бьянка, Кампари. Это, конечно, все местного производства. А зачем вторая? А, на русском языке. Красное, розовое, пиво, Бейлис, Малибу, Мартини. То есть здесь предлагают все бесплатно. Все остальное, минеральные воды, там, чай, кофе, капучино, эспрессо, это все тоже бесплатно. Травяные чай, соки, все бесплатно. Соки, кстати, оранж, пайнэппл, ананас, в смысле, черри, вишня и яблоко. Кола, Фанта, Спрайт, все бесплатно. Вот, пожалуйста, вам меню на платные услуги в отеле. Значит, хотите раки 40 грамм, 40 миллилитров, будем точнее. Раки 40 миллилитров, 8 турецких лир. Или 3 доллара, или 3 евро. Ценник одинаковый. И в евро, и в долларе. Йени раки. В общем, емкость такая же, но цена уже выше. 10 турецких лир. Это что касается крепкого. Иностранное производство Малибу, да, тоже есть, кстати. 10 турецких лир. То есть 3 доллара, 3 евро. Специально дождались начала обеда. Получается, обед Ривьера Резиденс или Резиденс Ривьера. Прошло 40 минут после начала обеда. Народу немножко поубавилось. Дело в том, что здесь очень много людей. Он сейчас, отель сам по себе уже переполнен. Операторы забили его до отказа. Сейчас постараюсь записать вообще все, что осталось, спустя 40 минут после начала. Ну, народ еще не успел приступить кардинально к сладостям, но я думаю, скоро это произойдет. Пирожных, в принципе, достаточно. Добавили дыни, только что принесли, виноград есть, и все в порядке. Так, смотрим. Здесь уже закончилось, получается, кусочки мяса, курица. Сейчас, ну, быстро, в принципе, оперативно поменяли. Все остальное печально. Так, здесь смотрим, что в салатах. А, в принципе, салаты уже по корабле капитально. И вообще туристам без исключения не рекомендую есть салаты в отелях. Это опасно.
рискуете нарваться на расстройство желудка. Ну, смотрите, ремень. Мясо принесли быстро, лоточек. Вот принесли свежий лоток с куриной. С курятиной. Ну да, так и есть. С курятиной тарабанами. Ну что ж, это обед. Мы здесь с Вером. Масса салатиков. Я думаю, я вас не удивлю, то, что не съели на утром или там вчера на ужин. Все переработано в салаты сейчас. Многое вы сейчас будете пробовать повторно. Вот. В будущих в отелях, неважно какой категории, вы все равно с этим столкнетесь. И зачастую будете есть то же самое, что и ели на завтрак или вот на обед. Здесь, конечно, в обед уже добавляется больше фруктов, виноград, дыня, десертика, уже мало. Старайтесь приходить к открытию, хотя будет очень много людей. Это будет зависеть от наполненности отеля. Многие уже подносы пустые. Я думаю, их заменят, но со временем, то есть не сразу. Наверняка себе наберете уже продуктов, наедитесь, а только потом принесут, то есть не будет смысла уже. Хотя уже сомневаюсь в данном случае, что уже, скорее всего, обед подходит к концу. Это стол с оленями. Ну да, и вино. Столовое вино. Все. Таким вот образом тут раздают мороженое. Сегодня у нас шоколад. Ну и так, в принципе, всегда отель полный. Людей довольно много. Люди выбирают мороженое. Это надолго. Отель «Резидент Ривьера Хотел». Подготовка к ужину. Вчера нам давали жареную скумбрию. Сегодня у нас шашлык куриный. Другого мяса у них здесь нет, потому что курица самая дешевая. Ужин в отеле «Резиденс Ривьера Хотел» 4 звезды. Пока никого нет, нам разрешили здесь поснимать. Но пока людей нету, то есть, в принципе, здесь все очень красиво, очень много всего, очень много сладкого, красивые торты, красивые вот пироженки всякие, красивый торт просто. Он просто сказочный. Но когда сейчас придет народ, это все разберется. То есть ничего не останется. Вот здесь вот вина стоят, ты можешь их наливать. Здесь помидоры, огурцы, салат, зелень. Все очень-очень красиво. Такие кибаны. Тоже красивые. Вот здесь вот масса салатов разных. На любой вкус. Даже оливье сегодня сделали. У нас сегодня праздник, фасоль. В общем, очень-очень красиво. Вот такая вот